Совсем скоро на телеканале ТВ Центр состоится премьера сериала «Библиотека номер 13». По сюжету Мария получила управленческую должность в государственном учреждении и твердо намерена показать всем, на что способна. Но помещения, которые показывали при трудоустройстве, и библиотека, в которой предстоит работать, это две разные вселенные в подведомственной. Марии библиотеки всего пара сотрудников, похожих на привидения, дыры в бюджете и стенах. И такой беспорядок, словно ремонта, не было со времен Второй мировой. Засучив рукава, Мария в одиночку берется наводить порядок и находит поддержку в лице завсегдатая подростка Севы, инициативной специалистки по культурно-досуговой деятельности Нель и ее напарника Гена. Вместе они пытаются привести библиотеку в божеский вид, привлечь читателей и заставить работать тех, кто привык бездельничать. Главные роли в картине исполнили Ольга Карелина, Наталья Дудник, Виталий Проволов, Альбина Мельникова, Георгий Марковский и другие. Премьера сериала «Библиотека номер 13» состоится уже в ноябре этого года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.